Удачных обществ. В Хакасии этим летом вновь есть возможность решить некоторые свои проблемы. Речь идет о финансовой поддержке республиканских властей. Конкурс на получение грантов завершен. Солидные суммы получат 32 садовых товарищества. Подробности в репортаже Виктора Лушникова. Садовое товарищество «Индустриальное» расположено в 13 километрах от Абакана. Раньше здесь давали участки работникам одноименного совхоза и военнослужащим гарнизона. Много лет общество практически не функционировало. Но 5 лет назад в него, как говорится, вдохнули жизнь. Сейчас здесь 1500 дачников, участки востребованы. Вот и Надежда Мулагалиева, мать 3 детей, решила взять несколько соток. Все-таки свои овощи натуральные, без нитратов. Участок приобрела недавно. Вот посеяли картошку. В ближайшее время собираюсь построить дом. Кстати, жилые дома здесь построили и строят многие садоводы. Начиная с весны и до уборки урожая, живут на дачах рядом с грядками. И свежий воздух, и урожай в сохранности. Инфраструктура общества изрядно обветшала, поэтому республиканская программа поддержки дачников пришлась как нельзя кстати. 3 года назад садоводы на средства гранта решили проблему с электроснабжением. Заменили часть линии электропередачи и поставили новый трансформатор. Очень хорошо, что есть помощь от Министерства сельского хозяйства, что они нам выделили 500 тысяч. И мы отсыпку дорог сделаем. Длина улиц 7,5 километров, 13 улиц в нашем обществе. И пожарный гидрант мы сделаем. Госпрограмма финансовой поддержки дачных обществ действует в Хакасии 8-й год. Гранты выделяются на конкурсной основе. Этой весной заявки поступали в основном от товарищества Иногорска, Черногорска и Абакана. Государственная поддержка садоводческих некоммерческих объединений Республики Хакасия действует с 2011 года. За все это время ее активно поддерживает глава Республики Хакасия. Выделено средств на всю эту программу с 2011 года более 120 миллионов рублей. В том числе в 2018 году дачную поддержку получили 32 некоммерческих объединения на сумму 19 миллионов 300 тысяч рублей. Республиканские власти уверены, что господдержка дачных обществ дает хорошую отдачу. Ведь львиную долю урожая местных фруктов и овощей на рынок поставляют именно дачники. Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия.